Какой-то вот автор хита Владимир Путин молодец, подал в суд на Первый канал. И еще там на какого-то начета есть такой хит Владимир Путин молодец. Я думаю, что дальше должно быть России наступил пиздец. Иначе как-то это не будет хитом. Вот. И в Госдуме осудили идею использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации. Какую «Катюшу»? Это реактивный миномет или если вместо гимна использовать? Я думаю, что скоро придет время вместо гимна реактивные минометы использовать. Жилищные условия в России ужесточат контроль за арендой квартир. Да, там, то, вернее, в России ужесточат контроль за арендой квартир, а тема называется это жилищные условия. Какие нахер жилищные условия? Это грабеж. То есть они хотят деньги снять с чего угодно. Хоть с аренды квартир, с любого бизнеса, который и так, и без них устраивается. Этот бизнес устраивается. Не надо у них разрешения просить, лицензии получать, еще что-то. Оно работает само по себе. А поэтому надо ужесточить, чтобы забрать у них денег. У тех, кто там получает как-то и не делится с Вовой Путиным. Представляете, какая жлоба его. Он, наверное, ночь просыпается. Блядь, суки, не делятся за аренду квартир. Какая мерзость вообще. Но Федеральная налоговая служба раскрыла число несовершеннолетних самозанятых. 16 тысяч зарегистрировалось в возрасте от 16 до 18 лет. Я понимаю, что им повыпендриваться охота этим глупым детям от 16 до 18 лет. Они там какую-то копеечку через интернет или как-то получают и хотят зарегистрироваться во взрослую жизнь. Они, я думаю, пожалели уже 100 раз об этом. Потому что зачем их регистрировать? Чтобы помочь им? Нет, чтобы обобрать. Из Петербургской академии там наук, ну, отделение, я так понимаю, какой-то преступник украл артефакты, 26 археологических находок. Это то, что установлено, его задержали, видео засняли и так далее. Вот. Это к вопросу о том, что хранится в хранилище. Ничего там не хранится, там все украли. Или вот такие украли, или путинцы украли. Вот коллекционер заявил, что Эрмитаж выставил подделки на выставке в Фаберже. Почему выставил Эрмитаж подделки на выставке? Я даже не сомневаюсь. Фаберже. Потому что Фаберже хорошо продается. То есть коллекция, я так понимаю, разворована. Ну, часть оставили, а может быть, часть просто хорошей подделки, а другая часть плохие подделки. Вы же понимаете, что всегда этим грешили. Всегда. И в других странах это делали. А в России, ну, представьте, если они украли всю нефть, если они украли весь газ, все алмазы, все золото, все украли, что же они историко-культурные ценности и художественные ценности не украдут, что ли? Конечно, украдут. Обязательно украдут. Они все украдут, и я об этом миллион раз уже говорил. Разместили фотку, мне понравился аэропорт Верхневилюйск. Я так понимаю, Верхневилюйск в Якутии находится, если я ничего не путаю. Так, вот так, в алмазной и там золотоносной Якутии выглядит аэропорт. Хотите посмотреть? Вот, вот так он выглядит. Жесть, да? Не, ну, дорожку зато почистили. Видите? Дорожка почищенная есть.